Девчонки, всем огромнейший привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Наташа. И в этом видео я вам хочу показать мой заказ по 8-му каталогу компании Oriflame. И если вам интересно такое видео, оставайтесь вместе со мной. И приятнейшего вам просмотра. С вами в офисе компании Oriflame, и поэтому за посторонние звуки я прошу извинения сразу же, потому что все работают, сегодня все получили заказы, разбирают, смотрят новинки и наслаждаются ими. В этот раз у меня две очень большие тяжелые коробки, порядка где-то на весом 11 килограмм, я даже не знаю, как вам это показать. Я обычно вам их показываю. Вот такие вот две тяжелые, две большие коробки. И сейчас мы вместе с вами будем смотреть и разбирать, что же у меня в этих коробочках пришло. Покажу в моем заказе два масла Элео. Одно защитное, другое против секущихся кончиков. Уже покупаю не в первый раз. Этот продукт пользуется спросом как у меня, так и у моих клиентов. Поэтому мне они очень нравятся, тем более я вам не так давно в пустых баночках показывала, что этот продукт у меня закончился, и повторила покупку. Конечно же, кто смотрит меня, знает, что я очень люблю вот этот вот парфюм Bazzes, и в этом каталоге он представлен, ну, по выгодной цене, которой давным-давно уже не было, и я не удержалась, конечно же, себе заказала, есть у меня еще девушка, которая тоже очень любит такой же парфюм, и вот она тоже его взяла себе. Что-то такая тенденция в этом заказе, пока все по два вам показываю. Два у меня Wellness'а. Это продукты каждодневного моего употребления, которые я очень люблю. Рыбий жир, астаксантин, витамины, минералы. В общем-то, все себе любимое для красоты, для здоровья и для, как говорится, долголетия. Следующее, что буду показывать по отдельности, но вообще в каталоге это представлено набором. Это новинка, это вот такой мужской парфюм Лидер. Очень по выгодной цене он представлен. Я вот еще из этого набора пока вижу шариковый дезодорант. Вот такой вот у меня наборчик есть в заказе. Дальше будут встречаться продукты, я вам их тоже покажу. Небольшой вот такой вот парфюмчик. Ну, в принципе, как небольшой, 100 мл, большой довольно-таки объем. Это парфюм для мальчишек из серии «Тачки». Следующее. В середине каталога представлена рассыпчатая пудра. И я взяла ее себе в оттенке белом. Она у меня заканчивается. Мне она очень нравится. Хорошо смотрится на фотографиях. Лицо как-то такое благородное становится. Хорошие получаются фотографии. И я вот увидела ее в серединке каталога. И боюсь, что почему она в середине. Скорее всего, ее убирают из каталога. Может быть, будет что-то новое. Но вот и ее там увидела и заказала. Следующее, это, конечно же, Wellness детский, у меня подписка. Это уже третий шаг, в следующем каталоге я уже вот такую коробочку получу абсолютно бесплатно, и это очень выгодно. Следующее, это у меня вот по заказу из линейки Optimals, это ночной крем для сухой и чувствительной кожи. Вот такой вот еще парфюм у меня в заказе, Valare Gold. У меня у самой тоже такой есть. Мне он очень нравится. И он такой, знаете, как он стойкий, он хорошо держится, он хорошо носится. Он такой, ну, знаете, благородный, носибельный. Но иногда мне кажется, что если будет сильно жарко, он, конечно, будет таким удушающим. Но иногда хочется и таких ароматов сильных, каких-то таких стойких. В общем-то, может быть, он даже приравнять к аромату к вечернему. Следующее, что я вижу в заказе в своем, это новинки. Это новинки и в линейке Optimals. Это маски для лица. И выгодно было брать, в каталоге было условие такое, что берите по два продукта. И вот я взяла две маски, 10 мл. Буду тестировать, буду пробовать. Производитель Швеция. На 10 минут нанесите маску. Не более, причем, чем 10 минут. Затем смойте. Вот такую вот масочку, новиночку я взяла. Следующее, что у меня здесь есть. И
это продукт, это из линейки Giordani Gold, тональная основа с SPF 15, которую я очень люблю. Взяла ее для себя, потому что моя закончилась, я вам ее также показывала в пустых баночках. И это у меня цвет самый первый, фарфоровый. Так, следующее, это новинка, ой, очень жду, хочу протестировать. И это у нас фиксатор закрепляющий для спрея макияжа. То есть, вот так распыляем, давайте протестируем. Вот так, накачиваем, глаза закрываем. Так, оп. Если у вас Т-зона блестит, еще надо вот так провести. О, пока влажный эффект на лице, но посмотрим, как долго не будет появляться у меня блеска на лице. В общем, протестирую. Ну, новинки рада. Ну, довольно-таки хороший объем здесь, 50 миллилитров. В общем, продукт такой, я, знаете, всегда хотела купить. Смотрела в каких-то других фирмах, но что-то как-то не купила. Но как только вот он здесь появился, я его обязательно взяла. Следующий продукт – это новинка. Это спрей для ног. Такая линейка ограниченная, с таким вкусным будет ароматом для ног. И этот продукт у нас в семье пользуется спросом. И поэтому я вот, конечно же, его взяла. Следующее, это из линейки Optimals, также новинка, это у нас тонизирующий гель-крем для лица, небольшого объема, 30 миллилитров, скорее всего, легкий, ну, тюбичек, конечно же, такой маленький, прям маленький, мне, конечно, интересно, как он пахнет, так, такого вот белого цвета. Такой приятный, слегка уловимый аромат. Следующее. И это у меня Экла Фейм. Женская туалетная водичка по заказику. Такая у меня была у самой, но уже давно. Следующее, что я вижу, 2 в 1 шампунь и кондиционер из линейки Love Nature. Это тоже недавняя. Вообще новинка, это шампунь и кондиционер 2 в 1. Покупаю дочке. Сама мою вот именно линейка Life Nature после того, как окрасила волосы, чтобы смыть шампунь. Так что у нас, конечно, он долго не задержится. У дочери длинные волосы, мне кажется, она по многу сразу же использует. Следующее, я вижу в моем заказе вот такие вот гели для душа. Очень, конечно, красивые. Сделали вот эту этикетку, наклейку. Цена тоже очень классная, поэтому вот у меня их так много. Все по заказам, все заказывают. Так, следующее. И это у меня из серии Тачки детский шампунь для волос и тела с приятнейшим очень ароматом. Первую коробку мы с вами уже рассмотрели. Давайте посмотрим вторую. Ну, в общем-то, что следующее я вам хочу показать. И это тоже новинка в линейке Optimals. И это у нас средство для умывания. Очень маленький объемчик, 50 миллилитров. Поэтому этого продукта хватит, ну, реально ненадолго. Заявлено, что с витамином С эта линейка. Будем тестировать. Мыло. Прекрасное мыло в заказе у меня. Малинка и мята. Очень такой, знаете, приятный и классный аромат. Наконец-таки нашелся гель для души из набора Лидер. Но эти продукты также можно и купить, и приобрести по отдельности. Ну, конечно, в этом каталоге купить набором, это очень-очень выгодно получается. А если вы еще консультант Oriflame, вам вообще цена становится просто, ну, сказочной. Поэтому, если вы еще не обладаете этой возможностью, хотели бы приобретать продукцию компании Oriflame со скидкой, то в инфобоксе под этим видео вы найдете ссылочку, как можно зарегистрироваться, стать консультантом, покупать продукцию для себя, для своей семьи, а может быть и зарабатывать на этом деньги, кому это интересно. Если вас это интересует информация, свяжитесь со мной в соцсетях, я вам помогу зарегистрироваться, вы попадете в мою команду, сможете обладать всеми интересными возможностями, которыми обладает консультант, участвовать в акциях, приобретать продукцию очень выгодно. Следующее, это у нас крем для ног, это тоже новинка. Давайте понюхаем, спрей-то мы не понюхали, а крем для ног
так еле-еле пахнет, может быть, когда выдавить, он будет насыщеннее пахнуть, но тем не менее очень приятно. Большого объема вот такой вот крем для рук. Следующее, опять же, попадается вот это, еще вам не показывала, это у нас шампунь тоже новый, этот уже был. В первой коробке лежал два в одном, шампунь и кондиционер, вот тоже был. Роняем. Ну и, конечно же, смотрите, опять гели для душа по очень выгодной цене. Как не взять, как не взять. Новинка, та-дам. Давайте вместе посмотрим. В этом каталоге, в начале каталога пошел шум маленько, представлены очки. Смотрите, в каком чехле, в таком вот, в такой расцветке представлена туника женская. У этих очков розовая салфеточка для протирания. И мы сейчас с вами померяем. Очков много не бывает. Меня соблазняют прям каждый раз. Защита, хочу обратить внимание, девчонки, кто меня спрашивал, будет ли хорошая защита здесь или нет. Видите, от ультрафиолета написано защита 400. О, я даже сейчас вижу себя. Мне они очень нравятся. Слушайте, как классно. Вообще супер. Довольно. Такие, знаете, изысканные. Напишите, как вам. Но мне кажется, хорошо. Я сегодня себя, по крайней мере, вижу. Ну что, смотрите поближе. Очень элегантные душки розовые. На одной из них написано Oriflame, на другой категория 2 написано. Вот, смотрите. Вот такие вот. Ну, очень классные очки, слушайте, очень классные, девчачьи, очень красивые и элегантные. Фу, мне нравится, довольно, довольно реально вот этой покупка. Следующее, ну, опять же, вот это вот уже похоже, ой, я даже не знаю, а что их так много, раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10. 10 вот таких вот гелей для душа. Посмотрите, их как много. Это, наверное, самый популярный. Только не пойму, почему по цвету крышки отличаются. Но бывает и такое. Так, ну это пакеты. И вот еще. Это, наверное, самые. А вот еще тоже с темными крышками стали, видите, появляться. Самый востребованный у меня аромат получается. Если я, конечно же, не ошиблась, то возможно и такое. Так, ну и мыльца. Все, целиком весь наборчик для мальчика. Девчонки, я еще хотела вам кое-что показать. Тут в офисе у нас есть мужчины, которые работают. И смотрите, что интересного я у них нашла. И вам обязательно хочу показать. Хопа. Оп. Ну как вам? А смотрите, как отсвечивает вообще. Слушайте, мне тоже идут. Мне тоже нравится. Под синюю куртку. Чего же я не взяла? В общем, надо заказать. Надо срочно делать еще один заказ. Класс! Как вам? Набежите. Вот я очень вообще в восторге от них. Они как мужские, так и женские, так даже больше женские. Так что, девчонки, надо брать. И эти тоже. И, конечно же, мне пришел следующий каталог. Вот он такой, сали распродажа. Буду смотреть, изучать. Пришел мне премьер-клуб. Вот такой вот, тоже интересно. Люблю премьер-клубы. И маленькие листочки в середине каталога, потому что если вдруг что-то вы не приобрели, ну, как-то вот получилось у вас так, но потом решили и надумали, то вы сможете уже отследить что-нибудь и приобрести, повторить эту покупку уже в распродаже по более выгодной цене. И еще вот такой вот каталог «Наши возможности, твой успех». Ну и, в общем-то, вот это вот весь мой такой вот заказ по этому 8-му каталогу. Сейчас мне осталось все только разобрать, что себе, что клиентам, что куда. И полистать, конечно, хочу следующий каталог. Мне очень интересует, что же там интересного и классного.
Поэтому, если вам понравилось мое видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, задавайте вопросы. Я обязательно вам на них отвечу. Если вы хотите быть консультантом, то ссылка в инфобоксе под этим видео. Вот. Ну, в общем-то, наверное, все. Давайте будем прощаться. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я вас обнимаю очень крепко, целую. И всем вам пока-пока!